Требования к внешнему облику предприятий потребительской сферы, в том числе содержанию фасадов и кровель, зеленых насаждений, к порядку организации уличной торговли и санитарной уборки территории. Все это включают в себя правила благоустройства. Правила благоустройства обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, иными хозяйствующими субъектами, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования город-курорт Анапа. Без этого основополагающего документа невозможно было приводить в порядок и улучшать состояние общественных территорий, районы и дворы многоэтажной жилой застройки. Теперь муниципалитет может участвовать в программе по формированию современной городской среды. Но это не только программа «А комфортная, а среда», это правило для всех, и для депутатов, и для жителей, и для работников, для всех. То есть мы должны соблюдать те правила, которые мы сами принимаем. Раз мы принимаем, мы со всем соглашаемся. Значит, нам неукоснительно нужно идти к тому, чтобы соблюдать эти правила и город-курорт приводить к какому-то нормальному состоянию. Правильно или нет? На то, чтобы это был город-курорт. К этому надо стремиться в первую очередь. Совет депутатов рекомендовал администрации представить правила благоустройства на советах общественности в сельских округах, проинформировать граждан об основных положениях документа. Ольга Родина, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа регион.